Всем привет! Сегодня обзор для мам. Все детское по 100 рублей. В секонд-хенде Вова такое случается довольно часто. Ну, давайте посмотрим, что заранее я тут отобрала из всей этой кучи вещей. Рубашечки для мальчиков. Конечно, мы не смотрим, что оно все мятое, какое оно еще должно быть, валяясь в такой куче. Смотрим на качество, на бренды, на состояние. Вот эта малышковая флисовая кофточка очень приятная. Вот эта жилеточка, я не знаю, из какого она материала, но она такая нежная на малыша. Вот. Много рубашечек на девочек. Дочке постоянно покупаю здесь платье. Примарк. Подругам покупаю. И все довольны. Все говорят, что у меня талант находить классные вещи. Вот такой свитер я купила для дочки. Бренда Gap. Так как это был четверг, скидка составила 40%, но у меня есть еще скидочная карта дополнительно, поэтому у меня покупка вышла вообще рублей на 50. Вот так смотрится.